Если вы измеряете свой успех мерой чужих похвал и порицаний, ваша тревога будет бесконечной. Если человек долго поднимался по чужой лестнице, то прежде чем найти свою, ему нужно спуститься. Благодарность миру, и не только за хорошие, но и за болезненные уроки, должна быть в сердце человека постоянно, как стержень его жизни. Тогда он растет. Вами управляет тот, кто вас злит. Если вы находитесь в депрессии, значит, вы живете прошлым. Если вы встревожены, значит, вы живете будущим. Если вы в состоянии мира, значит, вы живете настоящим. Если прекратится суета, явится природа во всей своей целостности. Если ты искренне хочешь увидеть, как солнечный свет играет на листьях, у тебя должны быть чистые окна. Ничего не происходит напрасно, все является подготовкой к следующей сцене. Кто берет, наполняет ладони. Кто отдает, наполняет сердце. Лучший правитель тот, о котором народ знает лишь то, что он существует. Несколько хуже те правители, которых народ любит и возвышает. Еще хуже те правители, которых народ боится, и хуже всех те правители, которых народ презирает. Знать много и не выставлять себя знающим – есть нравственная высота. Знать мало и выставлять себя знающим – есть болезнь. Только понимая эту болезнь, мы можем избавиться от нее. Знающий людей разумен, а знающий себя самого прозорлив. Достойный муж делает много, но не хвалится сделанным, обретает заслуги, но не признает их, потому что он не желает обнаружить свою мудрость. Если дворец роскошен, то поля покрыты сорняками и хлебохранилища пусты. Знать одевается в роскошные ткани, носит острые мечи, не удовлетворяется обычной пищей и накапливает излишнее богатство. Все это называется разбоем и расточительством. Закон достойных – творить добро и не ссориться. Истинно просвещенный человек никогда не воюет. Когда вы благополучны, то подумайте, что нужно предпринять во время беды, так как великая беда начинается с незначительной. Наилучшее, добившись успеха, устраниться. Потеря есть начало размножения, множество – начало потери.
Нет большего преступления, чем попустительствовать вредным стремлениям. Нельзя быть драгоценным, как яшма, нужно стать простым, как камень. Нельзя обожествлять бесов. Кто храбр, не зная человеколюбия, кто щедр, не зная бережливости, кто идет вперед, не зная смирения, тот погибнет. Проявите простоту, примите простоту, уменьшите эгоизм, имейте мало желаний. В жилище живите близко к земле, в мышлении придерживайтесь простого, в конфликте будьте справедливы и великодушны. Управляя, не пытайтесь контролировать. На работе делайте то, что вам нравится. В семейной жизни полностью присутствуйте. Относитесь к тем, кто хорош, с добром, а также относитесь к тем, кто нехорош, с добром. Так достигается добро. Будьте честны с теми, кто честен, и будьте также честны с теми, кто нечестен. Так достигается честность. Когда я отпускаю то, что я есть, я становлюсь тем, кем могу быть. Если вы не измените направление, вы можете оказаться там, куда направляетесь. Любовь – самая сильная из всех страстей, ибо она поражает одновременно и голову, и сердце, и чувства. Здоровье – самое большое достояние, удовлетворенность – величайшее сокровище, уверенность – лучший друг, небытие – величайшая радость. Разумно реагируйте даже на неразумное обращение. Природа не торопится, но все делается. Кто больше говорит, тот быстрее устает. Как может человек радоваться победе и радоваться убийству людей?